Харе Кришна. Харе Кришна. Вот это хорошо. Мама, где не находит такой-то? Включи микрофон. Все, я включил. Харе Кришна. Доброе утро. Харе Кришна. Thank you.
Ананта Коти Вайшнавриндики, Намачарья Шила Харидас Такур Ки, Премси Кахо Шри Кришна Чайтани Прабху Нитьянанда Шедвайта Гарадхара Шива Сари Гору Бхакта Вриндики, Шри Шри Рада Кришна Гопа Гопинад Шьяма Кундарада Кундагири Гавардхана Ки, Шри Вриндавна Хвадхама Ки, Шри Вриндавна Ки, Шри Прошатта Макшетра Джагнатха Пури Дам Ки, Шри Джагнат Баладеев Супадра Махарани Ки, Шри Шри Ганга Майму Майя Ки, Бхакти Деви Туласи Махарани Ки, Шри Харинама Санкиртана Киджай, Санкиртана Яги Киджай, Шри Дхат Бриданга Публикация Распространения Трансцендентных Книг Шрила Прабхупады Киджай, Трансцендентное Распространение Шри Шри Бхагават Прасада Киджай, Самавета Бхакта Вринда Киджай, Гаура Примананда, Слава всем собравшимся преданным, Слава всем собравшимся преданным, Слава всем собравшимся преданным, Кратта Рачнат Бхагаватам Киджай, Слава Шингуру Шингурам Киджай. Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, четвертая песня, глава 8, текст 34, глава называется «Прабху Махараджа покидает дом». Как мы сказали вчера, сегодня каждое утро мы будем обсуждать один из стихов Шримад Бхагаватам, в котором Шрила Прабхупада комментирует тему, обсужденную нами накануне. Поскольку вчера мы обсуждали тему общения с преданными, одну из зон преданного служения, сегодня мы выбрали этот текст, который Шрила Прабхупада очень подробно останавливается в своем небольшом комментарии, но подробно рассматривает эту важную тему. Но мы скажем несколько слов вначале о том, что мы уже обсуждали вчера, и у вас осталось домашнее задание, да? Все помнят? Я тоже помню. И вопрос был, два вопроса было каждому из вас, и каждый из вас это подумать на досуге. Хотя у вас вчера не так было много времени, похоже, но о том, что делает преданный для нас, и что делаем мы для преданных. Я хотел спросить вам нескольких из вас, тех из вас, кого не было, возможности подумать, вот есть сейчас такая возможность, подумать, как бы вы ответили на этот вопрос. Я могу спросить, если есть добровольцы, которые желают на эту тему сказать. А, хорошо. Все остальные выдохнули с облегчением. Пожалуйста. Микрофон? Микрофон есть? Сейчас, ладно. Микрофон. Что? Микрофон второй. Харе Кришна. На самом деле мне не понадобилось время. Когда я повторял ваш вопрос вчера, у меня уже ответ был. Но преданные для меня делают то, что они избавляют меня от всех моих нежелательных качеств. Гордыня, зависть, жадность, вожделение, желание славы и все прочее. Потому что с ними все равно нужно сотрудничать. Какие бы ни были там отношения, чтобы ни было разногласия, но никуда не деться, все равно нужно сотрудничать. Нельзя просто так махнуть рукой. Поэтому приходится как-то себя ущемлять. А что я делаю для преданных? То же самое. Я их избавляю от всех. У меня тяжелый характер, и вам найдется преданный, который когда-нибудь не испытывал раздражения в отношении меня, там, которое является следствием вот этих всех качеств. Поэтому как-то вот так мы опыляемся. И вы помогаете преданным развивать терпение. Да. Это очень важное служение, несомненно. Я не сомневаюсь в этом. Простите меня, все преданные, что я взял микрофон, потому что я точно знаю, что я не вру. И все знают это.
Харе Кришна. Как однажды Шилупада, ему написали письмо, один преданный написал письмо, у которого были плохие отношения с другим, очень плохие. И у того преданного реально был тяжелый характер, о ком шла речь в письме. И Шилупада, получив письмо, ответил на него, говоря, что да, я понимаю, что характер того преданного, которому ты пишешь, не подарок, и ты не можешь уже больше общаться с ним. Я понимаю это, но ты же вайшнав, и как вайшнав, ты очень сострадательный, терпелив. Поэтому я тебя прошу, как вайшнав, терпи его так же, как я терплю тебя. Так что очень важно служение. Мы должны помнить, что нас кто-то тоже терпит. Когда у нас возникает ситуация, в которой нам нужно самим проявить терпение, смирение, необходимо помнить о том, что есть вайшнавы, которые терпят нас. Это должно придавать нам сил. Кто-то еще? Спасибо большое. Принесите этой половине. Микрофон. Кому-нибудь. Вдохновляю. Микрофон дайте. Пусть говорит. Тогда с вами я думаю, смотрите, можете взять микрофон и сказать, чтобы далеко и не передавать. Какой первый вопрос был? А что делает предан для нас? И что делаем мы для преданных? Я, ну, согласна, даже нечего добавить, честно говоря, не было времени подумать, но преданные на самом деле делают все. Может быть, кто-то еще хочет что-то сказать? А вы? А для преданных? Вы все остальное? А я ничего не делаю. Хилалита? Я знаю, вам больше не скажу. Кто-то еще? Кто-то хочет что-то сказать? Очень важна медитация, на самом деле, потому что как бы есть у нас некая цель в жизни у каждого, и каждый из нас то, что мы считаем ценным, но есть вещи, которые мы должны помнить и размышлять о том, что, собственно, оправдывает наше существование. Потому что цель это каждый может перед собой поставить, это несложно. Но есть вещи, которые не только являются целями, но они еще достойны цели, так сказать, которые оправдывают наше существование. И вот эти цели мы должны всегда помнить и убеждаться каждый день. Не зря ли я прожил это время, и вот в этом, таких размышлениях о том, что делают преданные для меня, и что я, самое главное, делаю для них, и кроется ответ на этот важный вопрос. Как сам Шрила Прабхупада об этом говорил постоянно, и говорил о том, что смысл жизни – это общение с преданными, духовная тема. Это то, что придает всему вкус. Так же, как, например, соль. Мы вчера немножко говорили об этом. Я упомянул об этой щепотке соли, которую нужно было добавить по рецепту, и она играет очень важную роль, даже в сладких блюдах. Она настраивает, дает всему полноту, придает всему какой-то объем, и удовлетворение человек получает, когда есть такой правильно приготовленный просад с небольшой щепоткой соли. И приводится сравнение, что вайшнава подобны соли. Это сравнение не только библейское, как Иисус Христос говорит, что вы соль земли, но даже Рама Муджачари, великий вайшнавский чари, говорит о том, что вайшнава подобны соли. Они всему придают вкус. Причем соль такая вещи, она всему придает вкус, но сама она растворяется, ее как бы не видно. Никто не хвалит блюдо за соль, как вы здорово посолили. Нет, хвалят за блюдо, что соль высвечивает все другие качества, качества и вкусы всех других продуктов, сама как бы оставаясь незаметной. Но стоит ей исчезнуть, стоит ей отсутствовать в блюде в каком-то, как сразу все замечают ее отсутствие. О, соли не положили, да? Сразу все пресное. Это точно так же вайшнавы. Как бы они присутствуют здесь, создают такой контекст нашей жизни. Это общество приятных людей. Кто-то из преданных очень честно сказал, когда у него спросили, почему вы общаетесь с преданными. Он сказал, ну здесь не бьют и кормят, и поэтому и с ними общаются. Ну, честная формулировка его понимания важности общества вайшнавы. Но суть в том, что они подают нам не только дают нам какой-то социум, в котором мы чувствуем себя защищенными, нужными, но они дают смысл. И если вайшнавы исчезнут из нашей жизни, то все потеряет смысл, все потеряет вкус. Даже рассказывал вам читание Чандрачаран Прабху, как в Санкт-Петербурге в какой-то момент времени преданные раньше стояли на улице, распространяли книги со столиками, они были заметны. Но в какой-то момент времени поменяла стратегию, видимо, проповедь, а может, желающих распространять уменьшилось, и преданные перестали быть на улице. И до этого никто как бы не замечал их присутствие, но сразу все заметили их отсутствие. И когда их кто-то встречал где-то, они спрашивали, где вы? Без вас так грустно. Куда вы делись? Поэтому каждый из нас, видимо, должен и должна медитировать иногда на то, что делает общество вайшнава для нас. Хотя это может казаться эгоистическим размышлением и медитацией, что делает вайшнава для нас, что делает божества для нас и так далее.
сделал Святая Дхамма для нас. Но мы должны понимать то незаслуженное благо, которое мы получаем от общения с ними, с Вайшнавами, со Святой Дхаммой, со Шримад Бхагаватом, с божествами. И как Шрила Прабхупада говорит, эти все аспекты трансцендентной реальности, присутствующие в нашей жизни, они обладают совершенной свободой. Полной свободой — это означает, что они могут прийти к нам абсолютно незаслуженно, как, видимо, и произошло с каждым из каждой из нас. Ничего мы не сделали со своей стороны, чтобы пригласить вайшнавов в нашу жизнь. Они просто пришли, непрошенные. Но Шрила Прабхупада говорит, что с одной стороны они могут прийти, мы для этого ничего не делаем, они приходят незаслуженно с нашей стороны. С другой стороны, он говорит, даже если мы будем прилагать усилия, миллионы жизней, они могут не прийти и не откликнуться на эти усилия. Абсолютная степень свободы. И поэтому никогда не надо принимать, нельзя принимать общество вайшнавов как что-то само собой разумеющееся. Это означает, что мы должны всегда понимать, что связывает нас с ними, их с нами. Их с нами понятно, что это их милость. В 19 главе Шримад Бхагаватам, в первой песне говорится о том, что вайшнавы по своей природе, хотя ни в ком, ни от кого ничего не ждут, ни в чем не нуждаются, но они по своей природе несут благо другим. Это их природа. Природа, которую невозможно поменять. Они рады счастью других, и поэтому носят это счастье своим присутствием. Но с другой стороны, мы должны делать что-то со своей стороны, чтобы доказывать вайшнавам, что мы очень ценим их общество. Чтобы не то, чтобы удушевлять их оставаться, но чтобы выражать таким образом свою благодарность. И поэтому это очень важная медитация для каждого из нас. Вообще бхакти, сам процесс бхакти, поскольку он совершенно свободен, как мы сказали только что, Кришна, бхакти и вайшнавы обладают в абсолютной степени свободы. Поэтому единственное, что мы можем предложить со своей стороны, чтобы удержать их присутствие в нашей жизни, это просто быть благодарным. И как-то выражать эту благодарность. Уж как кто может. Просто говорить спасибо, что вы есть. Как в семейных отношениях, что муж должен жене все время напоминать о том, что он очень любит ее. Это необходимо делать каждый день, да? Ну или, по крайней мере, регулярно. Как кто-то пошутил, что самый лучший способ запомнить на всю жизнь дату рождения своей жены — это забыть о ней один раз. Гарантированно, что запомнишь. Но суть в том, что эти отношения, такие близкие отношения между женой, мужем, между родителями, детьми, между близкими друзьями, нуждаются в постоянном возобновлении. Постоянно мы должны делать это со своей стороны, чтобы наполнять их смыслом и содержанием. И тогда они останутся жить и станутся все более и более важными для нас. Поэтому, извините, это не был праздный вопрос с моей стороны. Мне кажется, это важная медитация для каждого из нас. Поэтому после этих слов кто-то может захочет еще что-то сказать на тему того, что вайшнава не было для нас, и мы делаем для вайшнава. Микрофон у вас уже был, да? А у вас? Руслан. Вы хотите сказать, Руслан? Да. Я хочу сказать, что преданные вдохновляют. Причем вдохновляют своим стремлением практиковать дальше, несмотря на сложности. Я знаком, ну, достаточно много преданных знаю, по крайней мере, я так думаю. Вот, я вижу, как они вдохновляются и вдохновляют, ну, как бы других на дальнейшее следование, потому что в одного этого невозможно сделать. Просто сидишь и думаешь, как тут дальше практиковать. И смотришь, преданному тяжело, он практикует, и думаешь, ну ладно, значит можно, видимо. И начинаешь дальше, и преданные потом подходят, говорят, ты нас вдохновляешь. Я говорю, чем вдохновляет? Ну, он говорит, и удивляешься тому, что ты можешь кого-то вообще вдохновлять. Такой интересный момент. Ладно, свистит. Хватит. Может быть, знаете, мы что сами сделаем? Спасибо большое, Руслан. Мы сделаем сейчас очень просто. Извините, пожалуйста, заранее. Вот повернитесь каждый из вас к соседу справа или слева, по вашему выбору. И в течение 2 минут друг другу расскажите, что преданное дело для вас и что вы делаете для преданного. Хорошо? Чтобы вас не смущала необходимость говорить об этом во всеуслышание, чтобы, тем не менее, у каждого из вас была такая возможность. Хорошо? Давайте. Я не знаю, что это.
Что преданный делает для вас? Кришна дает. Кришна через них, как через лучи солнца, до меня доходит. Темнота духовного мира. А я для преданных практически, наверное, ничего. Тоже иногда избавляю их от эго. Ну, как бы, ну, не специально это делаю, конечно. Но стараюсь в чем-то помочь, что они просят меня. Спасибо. Я считаю, что это сами Я сейчас вам по плану пропустил. Что ты очень много, а мы для них очень мало. Это как сказал Малгавинда Прабху, мы просто пытаемся, долг растет постоянно перед преданными. Знаете, как есть такие кредиты, когда залезаешь в них, и долг растет больше, чем твоя возможность отплатить. Но от этого все хуже и хуже становится в материальном мире, а в духовном мире, как ни странно, от того, что долг растет перед вайшнавами, и ты не можешь отплатить, становится все радость и нерадость. Я хотел с вами одной историей поделиться. Эта история не моя, я рассказал Гирирадж Махарадж. И когда я услышал эту историю, я уже несколько раз рассказывал ее преданным, потому что она очень вдушевляет. И мы встречались с ним в Бомбее. У нас был такой достаточно узкий круг преданных, которые старше преданных с разных концов света. Не знаю, как я там оказался, но просто так случайно оказался там. И слушал, как преданные задают вопросы. И вопросы касались самых фундаментальных вещей практики сознания Кришны, веры, убежденности, решимости, преданности и так далее.
И Гирираджа Махарадж один из самых близких, можно сказать, спутников Шрилы Прабхупады, которого Шрила Прабхупада занимал самыми трудными и ответственными видами служения, возлагал на него огромную ответственность за разные проекты, и который так как бы впитал Шрилу Прабхупаду в себя, что на каждый вопрос, философский или практический вопрос, у него всегда находится история про Шрилу Прабхупаду. Он показывает, что, как Махабхарате говорится, Махаджана и Нагатах Сапантага, что подстоящий принцип религии находится в сердцах великих душ. И просто наблюдая за их поведением и изучая их жизнь, их служение, можно ответить, найти ответы на все вопросы, потому что они реально живут реальным служением. Для них это не теория, как для некоторых из нас иногда, но реальная практика. И поэтому Кришна проявляется с абсолютной реальностью, явственностью в их жизни также. И поэтому Гирираджа Махарадж на все вопросы отвечал историями о Шриле Прабхупаде. И у него спросили также, в чем вы видите успех движения сознания Кришны, залог, вернее, успеха, гарантия того, что движение будет распространяться дальше. Вспомнили историю, как однажды его вызвал к себе в комнату Шрилы Прабхупады. Это была глухая ночь, уже был час или два часа ночи, и Гирираджа уже спал. К нему прибежал слуга Шрилы Прабхупады и сказал: «Прабхупада срочно зовет тебя к себе». Это был 77-й год уже, последний год пребывания Прабхупады в этом мире. И когда Гирираджа Махарадж прибежал к нему, такой, как он был, не омывшись, слегка сплоснул рот и руки, он прибежал к Шриле Прабхупаде, и Прабхупада посмотрел на него, и было видно, что он находится в каком-то серьезном, глубоком раздумье. И он спросил: «Скажи, пожалуйста, что, по-твоему, является гарантией того, что мое движение не перестанет существовать после моего ухода?» Гирираджа был врасплох этим вопросом, но, собравшись с мыслями, сказал Шриле Прабхупаде: «Но мы будем верно следовать принципам, будем повторять святые имена 16 кругов в день, не меньше, как вы обещали, как вы завещали нам. И, видимо, это будет гарантией того, что мы останемся чистыми в своем сердце, свободными от материальных анарт, материальных желаний, и мы сможем таким образом продолжать ваше движение». «Правильно?» Мне Шрила Прабхупада сказал: «Да, это верно». И Гирираджа уже был, Прабхупада показал, что Гирираджа может идти, и он направился к выходу, как в спину ему прозвучало две слова Шрила Прабхупады. Он сказал, и также он сказал: «Разум и организация», добавил ему вслед, это вы тоже должны использовать. Повторение стих имен, да, вслед мне принципу, да, но разум и организация. Так вот, ну, я эту историю рассказал, проиллюстрирую, насколько близок был Гирираджа Махарадж с Шрилой Прабхупадой, и он ответил, рассказал эту историю про то, что может гарантировать сохранение этого движения после ухода Шрилы Прабхупады. Но затем он стал говорить о том, что лично его убеждает и вдохновляет, вселяет в него самого веру в то, что все то, что дал нам Шрила Прабхупада, останется с нами, и что это действенный, реальный процесс, который приводит к совершенству жизни. И он сказал, что у меня есть три основания или три критерия, три столпа моей веры в Шрилу Прабхупаду. Первый – это его личный пример. И он сказал, что чем ближе мы общались со Шрилой Прабхупадой, тем яснее было, что Шрила Прабхупада сам является идеальным воплощением всего того, о чем он говорил. В его словах, в его жизни был Кришна, была духовная реальность. И качество, которое он являл, также невозможно было найти ни в каком другом человеке. Каждый, кто соприкасался с Шрила Прабхупадой, говорил Гирираджа Махарадж, увидел, что совершенство существует, и оно здесь. И преданные как раз отвечали на этот вопрос, сегодня мы сейчас обсуждали с Амалгавиндой Прабху, сошлись тоже на мнении, что преданные являются доказательством, самым зримым, самым вещественным доказательством того, что существует абсолютная реальность, абсолютно существует Кришна, потому что они проявляют такие качества со своей стороны, которых невозможно найти и никаких других людях. Причем все люди, может быть, пытаются их проявить, эти качества в себе, но каждому такому качеству им приходится находить какое-то эгоистическое обоснование, чтобы честно, чтобы порядочно, чтобы целомудренным и так далее. Как-то себе самим объяснить, что это в твоих же собственных интересах. Поэтому эти качества отравлены эгоизмом самого тела. В то время как преданные просто проявляют их сами собой очень легко. Естественно, как дышит, примерно так. Эти качества вайшнавов, которые они проявляют сами собой, занимаясь процессом преданного служения, являются самым лучшим зримым доказательством существования Кришны. Шрила Прабхупада самый яркий там пример, и он об этом сказал вначале. Потом он сказал, что меня очень вдохновляет и вселяет веру в движение Шрила Прабхупады и методы, которые оставил нам. Он сказал, что вы можете удивиться, что я, как один из духовных лидеров, говорил о том, что меня вселяет веру. Ну, типа вера должна быть такой абсолютно самоочевидной для меня, но тем не менее я черпаю силу в моей вере в этих трех вещах. И второе – это все проекты, которые
начал сам Шрила Прабхупада и проекты, которые начали его ученики, которые развиваются удивительным образом, которые привлекают сознание Кришны все больше и больше душ. Он привел пример Дели, Делийский храм, который открылся совсем недавно, может быть, лет 17 назад, но за это время он стал реальным центром духовной жизни всего города, и за один день Джанмаштами через этот храм проходит 1 000 000 человек. Сколько в Екатеринбурге живет? Раз в 1 000 000 примерно, да? Понимаете, город Екатеринбург проходит через один храм за один день. Там, в Дели. Но это только начало, он сказал. И в-третье, что он сказал, самое удивительное, он очень неожиданно прозвучал, он сказал, что меня очень радует, и меня вселяет веру, то, как преданные Кришны заканчивают свою жизнь. Как некоторые из них, может быть, даже обычные люди, которых мы могли не замечать, когда мы жили рядом с ними, не видеть ничего особенного, как они подходили к концу своей жизни, как было видно, что в самом конце их жизни все то, что они делали для Шрилы Прабхупады и Кришны, приносит результат. И он рассказал историю про одного своего духовного брата, Рамадаса. Я рассказывал уже несколько раз эту историю, но я чем больше рассказываю, тем больше сам вдохновляюсь. Очень простая история была. Пуджари в одном из храмов Америки, по-моему, в Детройте, в Чикаго. И вообще заботился о вайшнавах, которые занимались служением под его руководством. Он жертвовал всем своим временем, усилием, чтобы у них все было хорошо. Он создавал замечательные условия для их служения, заботился о них, как отец Рамадас. И в какой-то момент времени он понял, что очень серьезно болен, и что это болезнь неизлечимая, и что жизнь его сочтена, дни его жизни сочтены. И он уехал в Вриндаван в радостном духе. Приехал в Вриндаван, там продолжал повторять святые имена, читать Бхагаватам, слушать о Кришне. И в какой-то момент времени он оставил тело, ушел. И что произошло дальше, он стал являться преданным во снах. Рамадас, будучи очень заботливой личностью, который хотел, всегда пытался вселять веру, энтузиазм других, он стал делать это после своего ухода. Он приходил преданным во снах и говорил ему: знаете, здесь вот то, что ждет нас здесь, стоит любых аскез. Вы даже представить себе не можете, что здесь, в духовном мире. Я даже не могу вам сказать, нет слов, которые могли бы писать это. Просто продолжайте, просто имейте веру в слова Шрилы Прабхупады, в то, что оставил он нам, и все придет само собой. Просто сохраняйте верность этому пути и служите вайшнавам. Это был его завет. И он рассказал очень простую историю, эту про Рамадаса, и сказал, вот эти истории успеха и таких истории не раз, ни одна, ни две, ни три. Даже в каждой ветве я верю, что в вашей ветве тоже есть много историй про таких великих душ, которые, казалось бы, были обычными преданными. Ходили с нами на те же самые программы, или тот же самый просад, те же самые святые имена повторяли. Но в их жизни все это привело к какому-то удивительному результату. Несопоставимому, несоизмеримому с усилиями, которые мы совершаем. Вот это то, что вайшнавы дают, что они делают в нашей жизни, привносят сюда духовную реальность. И поэтому просто находиться рядом с ними, вчера мы говорили об этом, сама географическая близость к преданному, уже она сама является аспектом преданного служения, просто быть рядом с ними. Как говорил Рамануджа Ачарья своим ученикам, если все другие усилия в преданном служении, все другие методы, саданы, не приносят никаких результатов, вы чувствуете, что топчетесь на месте, что вы не можете избавиться от своих материальных желаний, остается одно самое верное, самое действенное средство. Идите там, где сидят вайшнавы, и говорят о Кришне, просто находитесь рядом с ними, просто сидите там. И это точно подействует, это всегда будет действовать на нас. Поэтому это самый важный аспект преданного служения. То, с чего все начинается, это корень ростка преданного служения, общение с вайшнавами. Вернее, даже не общение наше с вайшнавами, а общение на их с нами. Когда мы даже, как мы сказали вчера, не хотим, и не приглашаем, и не звали. Зачем вы пришли? Но поздно они пришли, все, и все поменялось. Это начало или корень ростка преданного служения. И с другой стороны, как говорится в читании Чаритамрити, даже когда человек, живое существо, достигает совершенства, отправляется в духовный мир, даже там общение с вайшнавами является не просто главным, но единственным для преданного служения. Это как бы корень и плод одновременно, и там, и там. Совершенство, начало и совершенство. В духовном мире мы можем уже не соблюдать садхану. Хорошая новость для многих. Уже не повторяют на четко джапу, но не все, по крайней мере, повторяют. И может не поклоняются божествам, потому что там Кришна есть. И уже не нужно ездить в святые места, ну, по очевидной причине, потому что уже приехали все. И Бхагаватам они не читают, потому что читают о них. Они есть Бхагаватам. Бхагаватам написано о них. А что делают они? Не повторяют джапы, не встают на мангаларати, не служат божествам, они живут, не стремятся в святые места попасть. А что делают они? Они общаются с преданными.
Более того, они чувствуют, что их служение вайшнавам гораздо ценнее, гораздо важнее, чем служение самому Кришне. Шрила Прабхупада об этом пишет в одном из комментариев в первой песне Бхагаватам, что получить милость вайшнава гораздо важнее, и она гораздо более действенна, чем даже милость самого Кришны. И поэтому мы хотели несколькими словами как бы завершить обсуждение. Это я очень благодарен вам, что вы обсуждали этот вопрос друг с другом. Я уверен, что вы вдохновились этим обсуждением. И хочу пожелать и вам, и мне самому пронести такую медитацию через всю нашу жизнь о том, что общество вайшнавов – это самая дорогая ценность нашей жизни. Каких вайшнавов? Вчера мы с вайшнавом Прабхупадой Прабху вспоминали. Саджатия, Шайя, Снигдия, Садусан, Мухпатавари. Саджатия, которые родственны нам души. И все вайшнавы родственны, особенно те из них, которые принимают Шрилу Прабхупаду и следуют ему. Второе – это те вайшнавы, которые проявляют нам сострадание, которые проявляют нам благорасположенность, да, снига. И третье – то вайшнавы, которые в чем-то нас превосходят. Нам нравится общаться инстинктивно с людьми, которые в чем-то нам уступают, потому что мы тогда очень выгодно смотримся на их фоне. Но мы должны общаться с теми, кто нас в чем-то превосходит. И искать эти качества окружающих нас вайшнавов. И вайшнавы становятся очень легко делать, если мы приучаем себя к этому. И это веселяет нас радость. Не зависть, что кто-то превзошел нас своими качествами, а радость. Почему? Потому что если у него получилось, как сказал Руслан, то получится и у нас. В этом залог нашего успеха, успехи других вайшнавов. Потому что мы идем по тому же пути, просто несколько шагов позже, может быть. Вот, на этой теме мы хотели завершить вчерашнее обсуждение и сегодняшнее обсуждение по тому стиху, который мы собираемся прочитать вместе с Амала Говинда Прабху. Шрила Прабхупада говорит о практических вещах общения с вайшнавами. Понятно, теперь мы как бы уже напомнили самим себе важность общения, но вайшнавы это такая же, как один вайшнав сказал на лекции, такая же разнообразная категория, как люди. Самые разные вайшнавы есть их. Есть старшие, младшие, есть равные, есть вайшнавы с разными интересами, разные настроения есть, как в одной из Пуран в стихе говорится, что есть вайшнавы, которые очень экстравертные, например. Они душа компании всегда, они все замечают, они всегда заводят других, они всегда дают энтузиазм, такие экстравертные вайшнавы есть. Есть вайшнавы, которые очень интровертные, наоборот, они все время как-то в себе. Видно, что небольшая глубина есть, нам хочется приобщиться к этой глубине, общаясь с ними, есть какой-то секрет, какая-то тайна. Мы хотим подойти, как-то вот познакомиться, заглянуть туда же, куда смотрят они. Как однажды я рассказывал Ханумат Дришака Махараш, кстати, который я упоминал вчера, тот самый вайшнав удивительный, который Бхагаватам читает за год весь и читает мысли таких выскочек типа меня. Вот, и он рассказывал, как он лично общался с Джайанандой Прабху. Первый святой нашего движения после Шрилы Прабхупады. И он общался с ним, и он сказал, что это смирение Джайананды был очень-очень скромным и очень молчаливым. Часто он как-то был очень так, поглощен внутренней своей жизнью, очень дружелюбен, всегда замечал вайшнав, всегда служил, но при этом он был очень глубок. И это казалось иногда даже искусственным, подумал. Это смирение Джайананды, которое он проявлял, у меня возник интерес проверить глубину смирения Джайананды. Посмотрите. Где оно кончается, да? У каждого смирения какой-то порог должен быть. И он попытался, он не сказал, известно только ему одному причину, как он это сделал, какой тест он устроил уже, да, не помню. Но так иначе он сказал, что когда это сделал, передо мной разверзлась бездна. Она такая была бездонная, что он как в ужасе, говорит, как знаете, когда какая-то бездна, огромная высота, и мы подходим, у некоторых из нас даже голова начинает кружиться, просто от одной мысли. Даже фотографии этой бездны вызывают у меня личное головокружение, как кто-то там залезает на пожарные башни, на какие-то краны, на шпили высотных зданий, и потом фотографируют себя где-то там. Для некоторых это последняя фотография в жизни. На фоне этого здания, где-то там с высоты внизу, у меня голова кружится от одной фотографии даже. И вот мы видим эту бездну, единственное, что мы можем сделать, так вот на коленях как-то ползком подползти вниз посмотреть, и сразу в ужасе отползти обратно. И Ханумат Дришака Махараш сказал, что когда я это сделал, и смирение Джайананды Прабху открылось передо мной, оно было таким бездонным. Я просто в ужасе и благоговении подполз, заглянул туда и полз обратно. А есть вайшнавы, которые совмещают себе и то, и другое, глубокомысленность, и поглощенность, и при этом экстравертность. Так говорится в шастрах. Первая, вторая, третья категория вайшнава. Но дальше в этом же стихе говорится,
невозможно судить об истинном уровне вайшнавов ни по их интровертности, ни по их экстравертности, только по двум качествам. Для того, чтобы понять настоящий уровень вайшнава, нужно посмотреть на два его качества. Это то, как много милости мы получаем, когда слушаем его или ее, когда они говорят о Кришне, говорят о преданном служении. Как много милости мы получаем, чувствуем, что получаем. То, что говорится «мука прасадат», в этом стихе говорится буквально, сколько много прасада, милости мы получаем из их уст. Второе, дардися, и как решительно и строго, и как воодушевленно они сами занимаются практикой преданного служения в своей жизни, по этим двум критериям, по их проповеди и по их личному примеру. И в этом стихе говорится, никаким другим критериям судить о преданности человека невозможно, только по этим двум критериям. Так вот, есть разные категории вайшнавов, и со всеми нужно общаться, но со всеми нужно общаться правильно. И сегодня Шрила Прабхупада в своем комментарии, мы надеемся, сам Алла Говинда Прабху с вашей помощью немного обсудить этот комментарий Шрилы Прабхупады, он раскрывает нам важность общения, разного общения, с разными категориями преданных, но общение, которое при своей разности приводит к одному и тому же результату. И сегодня мы прочитаем этот стих, очень важный текст, 4 песни Бхагаватам, 8 глава, текст 34, Друг Махараш покидает дом. Алла Говинда Прабху, прочитайте текст. Может, спели все благоприятные мантры. Гунатхикам мудам липсет, анукрашам гунатхамат, майтрим саманат анвичен, натапай абхипуяте. Перевод. Гунатхикат. Тот, кто обладает большими знаниями и опытом. Тот, кто обладает большими знаниями и опытом. Мудам. Удовольствие. Липсет. Следует испытывать. Анукрошам. Состраданием. Гунатхимат. К тому, кто наделен меньшими знаниями и опытом. Майтрим. Дружбы. Саманат. С равным. Анвичхет. Следует желать. На. Не. Тапай. Страданием. Абхибуяте. Оказывается охвачен. Перевод Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада ки? Да. Каждый должен руководствоваться таким правилом. При встрече с тем, кто обладает большими знаниями и опытом, нужно радоваться. При встрече с тем, кто обладает меньшими знаниями и опытом, нужно отнестись к нему с состраданием. А встретив равного, нужно подружиться с ним. Тот, кто придерживается этих принципов, избавляется от тройственных страданий материального мира. Комментарий. Обычно, встречая того, кто превосходит нас в чем-то, мы завидуем такому человеку. При встрече с тем, кто обладает меньшими знаниями или опытом, мы насмехаемся над ним, а при встрече с равным начинаем хвастаться своими достижениями. Такое поведение является причиной всех материальных страданий. Поэтому великий мудрец Нарада говорит, что преданный должен быть безупречным во всех отношениях. Вместо того, чтобы завидовать, более знающему человеку нужно радоваться встрече с ним. Вместо того, чтобы с презрением смотреть на менее знающего, следует отнестись к нему с состраданием и помочь ему подняться на должный уровень. Встретив же равного, вместо того, чтобы кичиться перед ним своими достижениями, следует смотреть на него, как на своего друга. Мы также должны с состраданием относиться к обычным людям, которые мучатся из-за того, что забыли Кришну. Тот, кто придерживается этих важных принципов, сможет обрести счастье в материальном мире. Чурси. Гунатхикан мудам липсет, анукрашам гунат хамат, майтрим саманат анвичен, натапайр аби буяте. Каждый должен руководствоваться таким правилом. При встрече с тем, кто обладает большими знаниями и опытом, нужно радоваться. При встрече с тем, кто обладает меньшими знаниями и опытом, нужно отнестись к нему с состраданием, а встретив равного, нужно подружиться с ним.
Тот, кто придерживается этих принципов, избавляется от тройственных страданий материального мира. Ну, краткая предыстория. Тхрува Махарадж, маленький мальчик, 5-летний, пошел искать правду, искать Бога. И ему сказала мама, что он в лесу находится. Маленький мальчик Тхрува пошел в лес искать Бога. И вот это вот искреннее желание найти Бога, оно тут же нашло отклик. Нарада Муни, он заметил, что-то опять интересное началось на земле. И он появился перед Тхрувой Махараджем. И вот этот стих он произносит как попытку проверить решимость Тхрувы. Тхрува означает решительный. И он ему предлагает простой выход. Он говорит: ты и так уже далеко зашел, ты устал, наверное, тут еще далеко идти, лес, непонятно, что там будет, тебя в лесу ждать. Ты зря идешь в лес, потому что можно тут, ну, как бы решить эти проблемы проще намного. Я тебе скажу большой секрет. Если ты его освоишь, это знание, да, то у тебя проблем никаких не будет. Он говорит: просто возвращайся домой и научись правильно строить отношения. Если будешь правильно строить отношения, то ты всего добьешься даже без Бога. Бог тебе, в принципе, не нужен. Как Гуру Махарадж недавно рассказывал анекдот. Атеист попал вот туда, куда он должен был попасть, но как-то он с Богом все равно встретился. Вот. И Бог его спрашивает: ну, какого черта? Почему ты, собственно... Вот. Он говорит: ну, понимаешь, как бы дело, как бы ничего личного, говорит, но просто понимаешь, мы без тебя уже научились обходиться, мы можем делать все, что ты делаешь, мы, в принципе, можем сами делать. Поэтому ты, в принципе, нам особо не нужен. Наука у нас очень развита. Он ученый был такой, атеист. И Бог ему сказал: ну хорошо, а что ты можешь делать? Он говорит: а все, что ты можешь, мы тоже можем, у нас есть технологии, все. Бог говорит: ну хорошо, вот я беру землю, там, делаю из нее человека. Ученый говорит: ну хорошо, я тоже беру землю, делаю из нее человека. Бог говорит: не, подожди, ты свою землю возьми и делай. Вот, то есть, есть простые выходы, кажется, можно без Бога, в принципе, все, что нам нужно, можно решить по большому счету без Бога. Так вот, если посмотреть на людей вокруг, то они же решают как-то. Это просто нам что-то не повезло, а они решают. То есть мы можем. И он также Тхрува испытывал, он ему говорит: это глупости все. Какой Бог? Где Бог и где ты? Вот. Есть простое знание, оно тебе поможет, ты добьешься всего, чего хочешь. Ну, собственно, вот суть этого, контекст стиха, комментарий. Как Мадан Махан правильно заметил, Шрила Прабхупада дает полезное наставление преданным. Он не говорит, что это наставление для материалистов, а нас это не касается. То есть комментарий он дает, в конце концов, все равно, и дает позитивный комментарий. Вот. Сейчас... суть этого комментария Мадан Махан Прабху раскроет. Как-то очень неожиданно. Вайшнавы всегда удивляют вещи, не знаешь, что от них ожидать. Мне скучно с ними никогда. Ну, как сказала Малагаинда Прабху, 4-8-5-4. Нарада Муни испытывает здесь решимость Тхрувы Махараджа, и он пытается отвадить его от его желания отомстить своим родственникам, мачехе и отцу, и также сводному брату. И он, с другой стороны, мы должны также знать, что даже какие-то, казалось бы, материалистичные, нет, ни в коем случае, но какие-то мирские или какие-то практические, прагматические наставления великих вайшнавов, они всегда имеют духовную подоплеку. И строгое следование даже таким простым, казалось бы, или бытовым наставлением великих душ всегда приводит к духовному результату. Как
Шрила Джайапатака Махарадж вспоминал о том, что в свое время он был очень стройным и худощавым. И Шрила Прабхупада, посмотрев на него, даже сказал, ты должен есть больше. Казалось бы, такое опциальное наставление духовного учителя, есть больше. Есть наставления духовного учителя, которые можно применять, как принять, как к сведению, но решать, следовать им или нет, каждый, насколько им следовать, каждый может самостоятельно. Например, жениться, например. Вот Юрий говорит, женись. И ученик может сказать, спасибо, Гуру Махарадж, я подумаю над вашими словами. Пожалуй, единственное такое наставление, которое духовный учитель может дать, но ученик может отнестись к нему как к опции. И Шрила Прабхупада сказал Джайапатаке Махараджу, ешь больше. Но Джайапатака Махарадж, как искренний вайшнав, который знал ценность слов своего духовного учителя, был абсолютно предан Прабхупаде, остается абсолютно преданным. Стал делать именно так. И поправился очень сильно. И в 91-м, по-моему, в 90-м году в какой-то месте, это был Мадрид, да, в Испании, в Мадриде, в аэропорту на него напал маньяк с ножом. Этот маньяк, он каким-то образом общался с преданным, психический больной человек, который поставил себе цель убить какого-нибудь Махараджа. И он напал на Шрилу Джайапатаку Махараджа с ножом. Он пытался это сделать несколько раз по отношению к другим Махараджам, но что-то не складывалось. И вот с Махараджем как-то получилось. Он выжил момент, когда Махарадж был один, не было преданных рядом, их они уже остались за кордоном. И напал, ударил его ножом по горлу. И Джайапатака Махараджа сел под... описывается его шунали и женали учеников, я читал это все в подробностях. И сидел, истекал кровью, и этот маньяк ходил вокруг него с ножом, чтобы никого не подпустить. В конце концов, его скрутила полиция, Джайапатака Махараджа в срочном порядке. На скорой помощи перевезли в реанимацию, и Кришна спас ему жизнь. И когда ему было дозволено уже встречаться с преданными, сказал, что меня спасло наставление Шрилы Прабхупады. Врачи мне сказали, что если я был бы чуть-чуть более худощавым, то этот удар ножа не оставил бы мне шансов на выживание. И он показал этот пример такого простого, казалось бы, наставления Шрилы Прабхупады, и какой удивительный результат это наставление приносит нам. Это реально спасает жизнь. И поэтому слова великих вайшнавов, таких как Нарада Муни, таких как Шрила Прабхупада, всегда имеют огромное значение. Нельзя относиться к ним легковесно. Но, с другой стороны, иногда наставления духовного учителя, они, кажущиеся простыми, являются очень сложными для выполнения. Как, например, сам Шрила Прабхупада сказал, что ему духовный учитель, по большому счету, дал ему одно единственное наставление. Какое наставление? Он сказал ему, проповедуй на английском языке, да, англоязычных стран, печатай книги, распространяй на английском языке. И Шрила Пакистанта Сарасвати Такур пообещал Шриле Прабхупаде, он сказал ему, если ты будешь действовать так, тогда это принесет благо и тебе, и всем, кто будет тебе помогать. И Шрила Прабхупада имел полную веру в слова духовного учителя, он даже потом, впоследствии уже, когда его движение ИСККОН, оно утвердилось, оно реально добилось успеха не в его собственных глазах, потому что в его собственных глазах этот успех был всегда. Даже в тот момент, когда у него еще ничего не было вообще, не было ни средств, не было ни зданий, не было ни преданных, ничего, кроме наставления. Успех уже был там, в этом наставлении. Но потом, когда он появился, стал заметен всем, его духовным братьям, людям в Индии, многим другим, когда с движением стали уже считаться и считать его серьезной силой, уже неостановимой, как Прабхупада даже любил очень повторять это высказывание, которое он услышал. Это сленг, американский сленг, распространяется как лесной пожар, wildfire, так не говорят обычно в британском английском, но в американском говорят, как лесной пожар распространяется. Мне так понравилось это высказывание. Сознание Кришны распространяется, как лесной пожар. Он постоянно говорил об этом. Вот в этот момент, когда у него спросили преданные, а в чем, собственно, был секрет успеха, как вы смогли, как этот успех пришел к вам? И Шрила сказал, я не знаю. Я не знаю, у меня никаких способностей и никаких предпосылок к этому не было. Я не был приближен к своему духовному учителю, так вот, как и другие мои духовные братья. Я общался с ним всего раз 10, наверное, за всю свою жизнь. Кто из вас, скажите, пожалуйста, больше общался с своим духовным учителем, чем 10 раз за всю свою жизнь? Да? Я думаю, многие поднимут руку. Так вот, видеть лично, слышать лекции, да? У нас гораздо больше возможностей для этого есть.
Прабхупада за всю свою жизнь 10 раз общался с ним лично. Тогда не было ни скайпов, ни конференций, ни ютуба, ни других возможностей общения, записей, да, тем более. У меня не было близкого общения. Я был грехасткой, в отличие от моих духовных братьев, которые были саньяси. Некоторые из них были брахмачари с самого рождения. Я не так уж знал хорошо шастры, как они, которые могли на зубок цитировать любые шлоки. И даже когда Пакистан Сарасвати Такур давал лекции, некоторые из них сидели, и стоило ему только подумать о какой-то шлоке или подвести к ней в своей лекции, они сразу ее выпаливали. То есть они говорили сразу на скидку все те шлоки, которые знал Шрила Пакистанта Сарасвати. И у них не было такого какого-то знания, как у них, например, санскрит. Прабхупада очень скромно относился к своим знаниям санскрита, хотя он переводил санскрит, он приходил также из Бенгали, с переводом на Бенгали. Когда ученики его прославляли на одной встрече с учеными, наш духовный учитель знает хинди, знает бенгали, знает английский, знает санскрит. Все повернулся так очень скромно, сказал, санскрит я не очень хорошо знаю. Но тем не менее, у него было, он говорит, единственное, что у меня есть основание, причина, по которой я могу объяснить успех, это то, что у меня была полная вера, остается полная вера слова моего духовного учителя. Это залог успеха. И поэтому он точно так же, как он верил в наставление духовного учителя, что проповедуя на английском языке, получишь благо сам, он точно такой же верой относился к другим словам духовного учителя, который сказал, если ты будешь проповедовать на английском языке, это принесет благо тем, кто будет тебе помогать. И поэтому Прабхупада так смело занимал всех проповедей, не потому что он был великим гуру и может одухотворить, как он, хотя он был великим гуру, да? Он не думал, что вот я великий гуру, я могу и всех занять, и всех одухотворить, и всех привести к Кришне. Но мой гуру Махарадж сказал, он сказал, что если они будут помогать мне, они получат благо. И поэтому должен помогать им, помогать мне. И поэтому на одной из Юсапуль Шрила Прабхупада со слезами на глазах говорил своим ученикам, вы на самом деле представители моего духовного учителя. Мой гуру Махарадж послал вас мне, чтобы вы помогали мне в моей проповеди. Без вас я бы ничего не смог сделать. Вы их его представители. Через него проявляется милость духовного учителя. Через вас проявляется милость духовного учителя в моей жизни. Большое вам спасибо. Со слезами на глазах. Поэтому мы говорим о наставлениях Шрилы Прабхупады, наставлениях духовного учителя, никогда не относиться к ним легковесно. И точно так же Нарада, но мы сказали, что иногда они наставления очень трудно выполнимы. Казалось бы, что проще сказать о проповедном английском языке, на что за этим стоял? Шрила Прабхупада должен был прочитать все книги, должен был изучить все шастры, должен был, как он сам признается, преодолеть все несовершенства в своем английском, как он так несколько даже извиняющимся тоном, он говорит, что уж извините, мой английский несовершенный, и в нем очень много есть недостатков. Но люди, которые по-настоящему честны и которые искренне они будут принимать это, даже несовершенно составленное с литературной точки зрения произведения, будут получать огромную духовную благо. Ему однажды спросили, почему вам потребовалось так много времени, чтобы приехать на Запад, вы получили наставление проповедовать на английском языке в 22-м, а приехали в 65-м. Прошло 43 года, полжизни. Почему вы медлили? И Прабхупада сказал, я должен был подготовиться. Это была очень ответственная миссия, поэтому он готовился, изучал, писал комментарии, печатал, все в одиночку. Такова была серьезная, глубока была вера в нем в наставление духовного учителя. И точно так же здесь Нарада Муни дает простое наставление Друи Махараджи. И вместе с Друи Махараджи всем нам. Всем тем, как Амала Говинда Прабху сказал, кто имеет решимость в практике преданного служения, они должны усвоить наставление следователя. Ну, казалось бы, чего проще? Вот, относиться к, как здесь говорится, кто запомнил? К тем, кто обладает большими знаниями, опытом, как? С радостью встречаться, да. Тем, кто меньшим обладает опытом и состраданием, а тем, кто равен. Казалось бы, чего проще? И более того, результатом такого правильного поведения что является? От всех материальных страданий. И Прабхупада говорит в комментарии, что действовать противоположным образом, завидовать старшим, хвастаться перед равными и насмехаться над младшим является причиной всех материальных страданий. Так а чего проще? Вот, пожалуйста, формула. Есть старшие, нужно радоваться встрече с ними. Есть младшие, и у нас у каждого, каким бы младшим мы сами ни были, есть кто-то, кто еще младше, нужно сострадать им. И есть равные, с которыми можем дружить. Что проще? На что нам все время мешает? Казалось бы, все очень просто. Сделай это и пожалуйста. Как в этой истории про Харджуну Средина, который, как там эта история была,
должен был пригласить осла в принца. И он сказал тому, кого он... Одному он сказал, ты должен проводить определенный ритуал, но никогда не думай о красной обезьяне. О ней думать никогда нельзя. Подумаешь, все испортится, ничего не получится. Осел не превратится в принца. И у нас как... И, конечно, ничего не получилось. Просто как он не пытался не думать о красной обезьяне, все время не думал. То же самое здесь. Вот здесь простая вещь. Вот старше, нужно радоваться. И очень логично, понятно, они же старше. Нужно радоваться. Есть младше, нужно сострадать. Казалось бы, что проще. Есть равность, с которой нужно дружить. Да что мешает? Есть какая-то это красная обезьяна в нашей жизни, которая все время вылезает, которая все время мешает нам заниматься такими простыми, естественными для души видами деятельности. Но они оказываются неестественными для чего-то еще, они неестественны для нашего обусловленного существования. Потому что обусловленное существование душа живет в неестественном уровне. Она принимает вечное за временное, а временное за вечное. Она принимает то, что является источником страдания, за источник счастья. И она принимает себя или тело за себя, за душу. И также к Кришне, живое существо, обусловленное состояние относится как, хотя он лучший друг всех живых существ, как к врагу. Об этом Джива Госвами говорит Бхакти Сандарами, он говорит, что демоны обладают этим извращенным мировосприятием. И Кришна, который лучший друг всех живых существ, который лучший доброжелатель, и который самый красивый, святочек всей красоты, демоны относятся к нему как к врагу, и проявляют к нему отвращение, и проявляют к нему страх. Три этих совершенно противоположных качества проявляют в отношении к нему. Так что же мешает нам? Последовать этим простым вещам. Прабхупада говорит в комментарии, нужно делать так. Но что мешает? Два качества. Два качества, которые гнездятся, как один христианский священник, христианский философ сказал, они, очень красивое слово русское, взгнездились в сердце, взгнездились. Они слили там гнездо и поселились в сердце. Два качества. На самом деле это одно качество, просто с двумя головами. Стоит два, как сиамские близнецы. Это зависть и гордость. И зависть – изначальное качество живого существа, которое проявляется, когда живое существо отворачивается от Кришны. По большому счету Шрила Прабхупада объясняет, это непостижный момент о том, как живое существо, как оно могло уйти от Кришны. В месте, где все было хорошо, где было вечное знание и блаженство, где мы пребывали в своем изначальном естественном состоянии, с полным блаженством вечности и знания, где были прекрасные отношения с прекрасными вайшнавами, где был Кришна, средоточие всей любви и красоты, и где мы могли служить ему, и где Кришна вел себя по отношению к каждому из нас как к самому дорогому преданному. Иногда один раз мы разговаривали с преданными, с одним преданным, он задал очень сложный вопрос. Он сказал, ну почему, если Кришна такой любящий, почему не создаст такой мир, где мы могли бы просто быть счастливы без него, не служа Богу? Ну что ему стоит, в конце концов? Как там говорится в читании Чаритамриты, что этих вселенных столько же, сколько горчичных зерен в мешке, в большом мешке маленьких горчичных зерен. Ну что ему стоит создать одну вселенную? Люди могут быть просто счастливы, не служа ему. Он же не заинтересован у нас, он же Атмарам, как вчера мы говорили, он совершенно самодостаточный. И что ему стоит? И очень сложный вопрос. А что ему стоит? Зачем мы ему нужны? Почему мы вынуждены страдать здесь, в материальном мире? Чтобы этим страданием нас как бы загнали обратно в мир духовно? Так получается, что ли? Тогда он представляет каким-то тираном, который наслаждается страданиями живых существ. Чем хуже нам, тем лучше ему. Так получается. И очень сложный вопрос. И я, когда я взял этот вопрос, он был рисован мне, я думаю, как же на него ответить? Для преданного это был не праздный вопрос, это был вопрос его веры. Веры в Кришну. И для него очень много зависело от вопроса. Не для меня, но для него. И я стал молиться, думаю, как же на него ответить? Как же сказать, что ему сказать так, чтобы все было правильно с одной стороны, и с другой стороны, чтобы это его вдохновило. И вдруг какой-то ответ пришел ко мне сам собой, и я не знаю, откуда он пришел, но я сказал то, что пришло в этот момент. Я сказал, такой мир уже есть. Уже есть такой мир, где все могут быть счастливы, абсолютно счастливы вечно. Где они могут быть вечно жить, вечно осознавать, вечно быть свободными. И поэтому поклоняться Богу. Этот мир называется Галука Вриндаван. Потому что там никто не поклоняется Богу, чтобы чего-то получить от него. Там все любят Кришну, просто никто не видит в нем Бога, в конце концов. Даже когда он иногда пристает к каким-то своим божественной стороной, божественным аспектом преданной. Впечатляется на какой-то короткий момент, а потом забывает об этом, что-то нам померещилось. Кришна еще Бог, при этом нет, не может быть такого. Для мать Ишоды, когда она заглянула в рот, увидела эту вселенную во рту. И она на какой-то момент впечатлилась очень, сказала, Кришна, я не подозревала в нем таких способностей. Она увидела там вселенную, видела все планеты,
все звезды, все горы, моря и реки, и видел себя самого, заглядывающего Кришны, был там, во рту Кришны. Но потом ее любовь материнская взяла верх, она подумала, ну, знаете, как мама заглядывает нам в рот, когда у нас горло болит. Скажи, да, у тебя красное горло, тебе нужно пить лекарства. Я заглянула в рот Кришны, и Кришна сказал, ну, посмотрел, что-то необычное, вселенная какие-то, я заболел чем-то. Любовь материнская взяла верх над ней. Поэтому на Голоке Вриндаван никто не поклоняется Кришне, как Богу. Все просто любят его. Богу они иногда про него вспоминают. Они говорят, да, Кришна, Нараяна, пожалуйста, сделай так, чтобы было все хорошо у Кришны. Вот для этого Бог нужен. Чтобы все у Кришны, не у нас, чтобы у Кришны было все хорошо. И поэтому наши споры с другими вайшнавами о том, кто же главный, Нараяна или Кришна, кто изначально личный Бог, заканчивается духовным миром. Мы перестаем спорить там, мы согласны. Нараяна Бог. И пусть они живут с радостным этим осознанием, поклоняясь ему как Богу. Но мы уходим из этого мира, тем не менее. Из этого мира, где все было замечательно. Каким образом? И пропадаем из-за зависти. И зависть — такое удивительное чувство, которое превращает счастье человека, которому завидует, в нашем горе. Чем хорошо лучше ему, тем хуже нам. И что еще хуже, что еще нестерпимо для нас, это когда его любят. И общение с людьми, которые любят такого человека, которому завидуем, еще хуже, еще нестерпимее. Мы не хотим находиться в обществе людей, которые любят того, кому мы завидуем. И все, что напоминает нам о нем, становится, оборачивается нестерпимой болью для нас. И Прабхупада говорит, что очень сложно понять, как это чувство в нас появилось, зависть. И как мы ушли. На самом деле, этот вопрос, как мы ушли из духовного мира, нужно задавать правильным образом. Чтобы получить на него ответ на него получить совсем не сложно. Очень легко. Хотя это неразрешимый вопрос, и Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что это вопрос относится к категории ачинти, как мы ушли из духовного мира. Но чтобы на него получить ответ правильный, каждый из вас в индивидуальном порядке может даже практиковаться. Я вам сейчас покажу и скажу, как нужно отвечать на него. Задавать его правильно, вы сразу поймете ответ. Задавать его нужно так. Не так вот, а как я ушел из духовного мира? Не скажете, мог ли я, как я ушел из духовного мира? Не подскажете? Как один человек сказал, но я не хочу к такому Кришне, от которого я мог уйти. К такому Кришне не хочу. К другому я хочу, от которого я не мог уйти. Видимо, не ушел от него, поэтому его как бы нет, этого Кришны, от которого я не ушел. Потому что я же не с ним сейчас. Но вопрос это нужно задавать следующим образом. Показать ему? Как же я мог уйти от Кришны? Это риторический вопрос. Он должен задавать задний путь самому себе. Можете попрактиковаться, если хотите. Вот так. Зависть. Чувство, которое наше личное чувство, оно рождается в нас. Все остальные чувства рождаются в Кришне. А это наше личное такое. Made in Russia. Во мне. Рожденное чувство. И второе качество, которое возникает рядом с ним, как сиамский близнец, это зависть и гордость. Зависть означает, что я хочу быть Богом, а гордость означает, что мне это удалось похоже сделать. Лучше, чем окружающие меня. Ну и второе. Зависть означает, этим людям стало легче, то есть они лучшими стали богами, чем я. Гордость означает, а я стал лучшим Богом, чем они в чем-то. Эти два качества, когда они присутствуют в нашем сердце, вот они мешают нам общаться со всеми этими преданными окружающими. Насколько Амал Говинда Прабху сказал, хотя это наставление, казалось бы, на таком поверхностном уровне восприятия относится к обычным людям, Нарада Муни будет очень хитрой личностью. Он дает заведомо невыполнимое наставление, заведомо невыполнимое собственными усилиями. Иногда преданные задают вопрос, а как же избавиться от гордости, от зависти других, она в своем сердце. Дорогие преданные, я не знаю, будет это для вас новость хорошая или плохая, это сделать самостоятельными усилиями невозможно. В принципе. Потому что единственный, кто может нас избавить от всех этих плохих качеств, это Кришна. Потому что все эти качества плохие вырастают не на наших собственных почвах, а на почве нашей зависти к Нему. И поэтому избавиться от этих качеств можно только попросив Его снова войти в наше сердце. Как Шрила Ниранджана Махараджа говорил, отвечая на такой вопрос, что единственное, что мы можем сделать для того, чтобы очиститься от этих анартх в своем сердце, это подставить себя лучам того, кто очищает, Кришне. Так же, как человек, который сидит в пещере, он не может, в принципе, загореть. Он может загореть только если выйдет на солнце. Там источник загара, источник, как мы вчера говорили, энтузиазма, духовной жизненной силы. И точно так же единственное, что мы должны сделать, это подставить себя и регулярно, каждодневно подставлять себя под лучи Кришны и лучи тех, кто Кришну проявляет в нашей жизни наиболее ярко, под лучи общения с вайшнавами.
и нужно общаться с ними правильно. Поэтому вот это наставление с Шрила Нарада Муни, оно невыполнимо в принципе человеком материальной жизни. Для того, чтобы человеку, как мы сказали сегодня уже, научиться общаться правильно со старшими, благоволить к младшим, дружить с равными, такому материалистичному человеку, который не имеет связи с Кришной, ему или ей придется объяснить себе, каким-то образом связать правильное отношение и правильное поведение по отношению к другим людям с собственной выгодой. И таким образом это правильное поведение будет сразу окрашено завистью и гордостью. Или собственной корыстью и эгоизмом. Как знаете, в свое время была очень популярная книга, очень популярная, наверное, в России она была особенно популярна, Дейла Карнеги. Как там она называлась? Как оказывать влияние на людей и заводить друзей, да? Эта книга, казалось бы, учила правильным вещам, как нужно с людьми вежливо разговаривать, как учиться замечать их присутствие, как делать так, чтобы им нравилось. Но результатом, конечно, было желание собственное повлиять на других, наслаждаться и получить что-то за счет других людей. Поэтому от начала до конца эта книга была пособием по развитию такого изощренного, очень, как это называется, благородного, изысканного эгоизма. И невозможно общаться с преданными на такой основе, на основе эгоизма. Вайшнава является таким же объектом бескорыстного служения, как и сам Кришна. Шрила Джива Госвами в Бхакти Сандарве объясняет, что чистая бхакти, мы вчера говорили немножко с вами о бхакти, бхакти, которая... Я не называл этот термин вчера, потому что были новые люди, я не хотел их пугать санскритом, но здесь уже все бывало, и могу вас немножко попугать санскритом. Называется Сварупа Сидда Бхакти. Сварупа Сидда Бхакти – это термин, который Джива Госвами употребляет, говоря о преданном служении, которое невозможно отделить от деятельности, связанной с ним. Он говорит, что есть виды преданного служения, виды деятельности, которые всегда являются бхакти. И вы не можете лишить этих видов служения бхакти. Невозможно. Даже человек, как мы вчера говорили, не знает о том, что это бхакти, он делает это, будет заниматься преданным служением. Даже если у него нет полной веры, занимаясь этим, он будет заниматься преданным служением. Даже если он случайно, занимаясь чем-то другим, как говорится, санкетием парихасива, стобом хеланом эва, даже если человек случайно говорит имя Кришна, или, наверное, еще более случайно имя Рама, слово Рама, помню, в первом классе писали прописи, мама мыла Раму. И пусть написали это слово с маленькой буквы, но это не решало слово Рама. И мама Рахини была, видимо, которая мыла Раму. Маленького Раму, который родился у нее, она мыла его. Вот это было преданным служением. Хотите или нет. И Шрила Джива Госвами говорит, что есть такие анги преданного служения, которые являются бхакти всегда. Называются Сварупа Сидда Бхакти. Которые по своей природе бхакти. И эти бхакти, эти виды бхакти мы уже перечислили сейчас с вами. Общение с преданными всегда является бхакти. Это повторение святых имен всегда. Даже если человек случайно говорит святое имя или передразнивает кого-то с санкетием, парихасива, стобом, хеланова, когда высмеивает вайшнавов, называя их с ненавистью кришнаитами, даже это является Кришной. Даже если является бхакти, преданное служение. Но дальше Шрила Джива Госвами говорит о том, что это чистое бхакти, преданное служение, а сварупа сидда бхакти может быть двух типов. Оно может быть Акайтава и Сакайтава. Акайтава означает чистое, беспримесное, бесхитростное. Это означает, что преданный старается удовлетворить всем преданным служением Кришны и преданных. Не желает ничего получить для себя. И Сакайтава, он говорит, означает, что это как бы с обманом. Хитрое. Какое-то лицемерное или притворное. Означает, что человек, даже занимаясь такой практикой преданного служения, чистом бхакти, пытается удовлетвориться сам. Получить что-то от него, для себя самого. И он говорит, что во втором случае процесс бхакти займет гораздо дольше времени, потому что ему придется отказаться от этих массивов, прежде чем его бхакти начнет приносить удовольствие Кришне. Так вот, наше общение с преданными тоже должно быть основано на таком чистом мотиве, общаясь с ними, чтобы служить им, чтобы порадовать их, чтобы удовлетворить их своим служением. И поэтому Нарада Муни, говоря этот стих, произнося этот стих в общении с Дхрува Махараджем, говорит о заведомо невыполнимом для непреданного условии. Просто веди себя таким образом. Но это не так-то просто. И поэтому Шрила Прабхупада говорит нам, дает несколько практических советов. Мы все знаем, Прабхупада об этом смотрите так подробно в комментарии, о важности общения с великими душами, которые настолько великие, что мы даже не знаем, как они на этом уровне величия оказались. И общение с ними очень вдохновляет нас. Как со Шрилой Прабхупадой, например, ученики вспоминали, что у нас было очень много иногда трудностей, каких-то вопросов, сомнений. Но стоило Прабхупаде просто войти в комнату, где мы сидели, как все сомнения сразу рассеялись. Сам его вид, даже он еще ничего не сказал, еще даже не сел на Виасас, но просто когда он шел из двери, в которой он появлялся, обычно, в 1966 году на 26-я авеню, когда его аудитории были совсем
начинающие преданные, просто хиппи, но они вдруг заметили, что стоило ему просто появиться в том месте, где мы находились, как все те сомнения, которые мы считали неразрешимыми, и которые мы хотели вот только ему задать и выложить ему эти сомнения, чтобы он их разрешал, разрешались просто его появлением. Как в Шримад-Бхагаватам цитируется стих, где говорится, что вайшнав подобен солнцу. И точно так же, как когда мы смотрим на солнце, нет места тьме, даже когда смотрим на такого великого вайшнава, все становится наполнено энтузиазмом, верой и вдохновением. Появляется перспектива у нас и надежда. Великие души. Великие вайшнавы. И шастры подчеркивают важность общения с такими душами. Мы также знаем о важности общения с младшими, важности проповеди. Господь Кришна в Бхагавад-гите говорит о том, что те, кто сообщает науку обо мне, моим преданным, самые дорогие. И он говорит, нет никого, кто будет дороже для меня, чем такие преданные, которые берут на себя ответственную задачу сообщать науку или рассказывать науку обо мне другим. Когда они берут на себя эту заботу, задачу, заботятся о других. И в шастрах есть удивительный стих, в котором описывается важность поклонения, или важность общения с этими двумя категориями, со старшими и с младшими. В этом стихе говорится «Вишеша таксва томишу вина сангана мучьеты». Человек не сможет никогда избавиться от своих анартх, от осквернения сердца, он не сможет избавиться от материальных желаний, он не сможет избавиться от оков кармы, пока он или она не будут общаться в Вишештах Сватомишу с теми людьми, которые превосходят в уровне духовного развития, которые выше его, великие души. Вишештах Сватомишу вина сангана мучьете. Он не сможет избавиться от материальных желаний, даже не сможет разглядеть их в себе. Как недавно мы обсуждали с преданными в Уфе эту тему, папа, например, тоже читал эту тему, обсуждал ее, что очень легко чувствовать себя освобожденной душой, когда нас не окружает вайшнава. Особенно такие вайшнавы, на чьем фоне мы кажемся незначительными. Как Прабхупада однажды ответил своему преданному в письме, тот написал ему письмо и подписал «Ваш самый-самый падший слуга». Прабхупада ответил ему в письме, ответил на вопрос и в конце сказал «Не подписывайся, самый падший, ты никакой не самый, ни в чем. Пиши просто незначительный». Интересно, что с одной стороны незначительный, с другой стороны Прабхупада относился к каждому из них как очень значимому. И та значимость, с которой Прабхупада рассматривал каждого из них на фоне очевидной незначительности, становилась еще более значимой. Если мы незначительны, с нами как с чем-то значимым общаются, это значит, что мы очень значимы. Несмотря на то, начинаем дорожить этим чувством, да? Дорожить тем, что нас считают чем-то значимым для себя. Прабхупада сказал, считай себя просто незначительным. И мы не можем, в принципе, разглядеть себе эти качества. И нам кажется, когда мы одни, что мы уже свободны от вожделения, от зависти, от гордости, от чего-то еще. Но стоит вайшнавам появиться вокруг нас, они как проявитель проявляют в нас эти качества. Как вот кто-то сказал, который сидел здесь, сказал, что они сразу проявляют во мне эти качества. Но вместе с этими качествами, которые они проявляют в нашей жизни, они также дают нам перспективу и веру, оптимизм, что от них можно избавиться. Поэтому нужно важно общаться с такими великими душами и стремиться к общению с ними. По большому счету, успехом, ну скажем так, критерием зрелости человека в духовной жизни, если какой-то критерий сейчас вот в этой контексте обсуждать, критерием зрелости человека в духовной жизни является его или ее сознательное, самостоятельное, добровольное желание общаться с теми, кто выше. Когда у нас эта потребность внутри уже находится, мы сами хотим найти тех людей, которые лучше, чем я. Как в свое время Дурьоды, Юдиштхира Махараджу дали одно и то же задание. Найти человека, который... А, нет, им дали разные задания, да? Дали задание. Юдиштхира Махараджу дали задание найти человека, который был бы хуже, чем он. А Дурьоды найти человека, который был бы лучше, чем он. Они вернулись ни с чем. Ни один, ни другой не смог найти. Дритараштра, Дурьоды не смог найти кого-то, кто превосходил бы его в чем-то. Эдиштир не смог найти кого-то в чем-то, кто был бы хуже, чем он. Но мы должны быть, как Эдиштир, искать эти хорошие качества во всех и общаться с этой стороной вайшнавов. В каждом из них есть это какая-то особая грань, которую они в чем-то нас превосходят, и мы должны общаться с этой стороной. И в следующей половине этого стиха говорится еще более интересная вещь. «Сванича шуча дэвишу вина сангана пуриты». Да, без общения с великими душами невозможно избавиться, невозможно, как мы сказали, даже разглядеть себе анартхи. И то, чтобы, не говоря о том, чтобы обрести себе силы, чтобы избавиться от них. Но в следующем стихе, в следующей половине этого стиха говорится, «Свачинти шуча дэвишу бина сангана пурьете». Но не общаясь с теми, кто уступает нам в чем-то, кто ниже нас в чем-то, мы не сможем обрести чего? В этом стихе говорится «на пурьете», означает, мы не сможем обрести удовлетворение.
наша жизнь будет пустой. Мы будем освобождены, но несчастны. Освобожденные общение с великим душем, но несчастны, потому что мы не научились отдавать долг. Сегодня Амал Галинда Прабху в нашей беседе с ним в этом обсуждении. Он сказал про этот долг, я уже упомянул, сослался на него. Долг растет перед нами. И вопрос возникает, как его отдавать? Отдавать духовному учителю не то, что невозможно, даже смешно. Что мы можем отдать? Даже деньги, которые мы дарим духовному учителю как пожертвование, мы должны думать, что это достойная награда духовному учителю за то, что он делает в нашей жизни. Это лишь, как сказал Амал Говинда Прабху, нашей беспомощной попытки как-то выразить благодарность. Это форма. Знаете, когда дают пожертвования, в Индии особенно люди такие, они очень культурные, они эти пожертвования так как-то они, как это называется, обрамляют какими-то культурными артефактами. Они берут конверти, там конвертики, окошечко есть такое слюдяное, туда они приклеивают монетку изнутри. Не знаю, как это я вас испытывал, я это испытывал регулярно. Приклеивают монетку одну рупию, например, и там уже кто-то кладут в конвертик. Так, конвертик кладут в пакетик, потом пакетик как-то вручают или скажут, там не положил, возьми, пожалуйста, это тебе. Очень, очень все культурно. И на самом деле этот конвертик, этот пакетик, это все просто оболочка для того, что они хотят подарить. На самом деле даже деньги, даже фрукты или подарки, все то, что мы дарим Кришне, Вайшнавам, это на самом деле является тем самым конвертом, в который мы вкладываем что-то гораздо более ценное. Наша благодарность. Я рассказывал вчера преданным, как Ниранджана Махарадж в первый раз, первый год, когда фестиваль на Украине стал вот таким, как это называется, не бесплатным, нет, но добровольный, да, добровольный взнос. И преданных, он очень хотел, чтобы была такая атмосфера на фестивале, и он убедил в этом своих менеджеров этого фестиваля, своих учеников, сказал, просто сделайте так, они приняли его наставление очень серьезно, сделали так. И на следующий день после закончания регистрации пришли к Ниранджане Махараджу и сказали, мы в минусе на $20 000. Они не негодовали, не сетовали, они просто пришли и сказали, ну что нам делать, Гуру Махарадж? У нас минус $20 000. И Шрила Ниранджана Махарадж, поскольку от него исходила инициатива, из духа, он, конечно, ни в коем случае не раскаялся в своем решении, намерении, но взял это как ответственность на себя. И я никогда не забуду, надеюсь, всю свою жизнь эту лекцию, которую он прочитал. Лекция была на тему о том, как важно общаться с преданными. О том, как важно общаться с преданными темой Шримад Бхагаватам. И какая-то есть суть общения с преданными. Как на самом деле мы хотели вчера прочитать то, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати называет критерием преданного. Мы говорим, кто преданный, с кем общаться. И он называет критерием. Он говорит, преданный тот, кто любит слушать о Кришне, общество вайшнава. Это критерий, это преданный. Тот, кто не может прожить и дня без общения на темы, связанные с Кришной, это преданный. И Шрила Ниранджана Махарадж на этой лекции рассказывал о том, как важно общаться на темы, связанные с Кришной, как эти фестивали дают нам такую возможность ставить все другие дела и просто служить о Кришне, потому что это есть то, что делает нас вайшнавами. И как мы должны быть очень благодарны тем преданным, которые создают нас для таких условий. И за всю лекцию полуторачасовую не сказал слова деньги, финансы, пожертвования, взносы, в каких-либо сочетаниях, в каких-либо синонимах, никак даже не намекнул на них. Просто говорил о том, что это самое главное в нашей жизни. Вы должны быть благодарны. И что произошло после этого, не происходило ни до этого, ни после никогда. Было один раз такое, два на самом деле, подряд. Одно и вторая лица такая же была. Преданные обступили Махараджа плотным кольцом. И стали кидать деньги на него со всех сторон. Маленькие, большие купюры, пачки купюр летели. И мы так успевали как-то ловить. И они стояли вокруг него полчаса, не отпускали его, выражая свою благодарность. И за два дня Махарадж... Через два дня Махарадж пришел, вызвал снова этих организаторов фестиваля и сказал, фестиваль в плюсе. И вернул им эти средства. Вот. И я это говорю к тому, что Сванища Шучадеви, Шивина Санганапури, там говорят, общение с великими душами избавляет от материальных желаний, от жадности, например. Общение с людьми, которые уступают нас в чем-то, позволяет нам выразить благодарность по отношению к ним, вот о чем мы говорим. Мы выражаем и благодарность им, каким образом, давая то, что получили от них другим. Только так можно по-настоящему выразить благодарность. И никак иначе, и ничем другим духовщик довольствоваться не будет. Только если мы научимся чему-то от него или от нее, потому что духовные учителя могут быть в разных телах, и Шикшангуры, и Дикшангуры могут быть, и Вайшнавы, Вайшнави. Но получив от него, бережно приняв это, самое лучшее, что мы можем сделать с этим, это дать это другим бескорыстно. Это будет самым лучшим способом не ликвидировать этот долг, о котором говорил Амал Говинда Прабху, а сделать его еще больше.
Чем больше мы будем отдавать то, что получили духовного учителя, тем ценнее это будет становиться для нас, и тем несоразмеримее будут все наши усилия отплатить духовному учителю этот долг. Как говорится, 4-й песни Бхагаватам, Прабхупада цитирует высказывание Винода Патрам. Слова Притху Махараджа, который говорит, что человек, который пытается отплатить вам, великие души, за что-то, становится Винода Патрам. Винода Патра означает посмешище. Винода Патрам означает объект насмешек, буквально. Винода Патрам. И Прабхупада говорит, что если мы пытаемся отплатить духовному учителю что-то за то, что он дает нам, и вайшнавы, которые дают нам. Сегодня вы все обсуждали, что дают нам вайшнавы. И потом, когда, я надеюсь, у вас было время обсудить, а что вы даете вайшнавам, и видно сразу несоразмеримая, да, пропасть между одним и другим. Эта пропасть должна все больше и больше. Мы должны чувствовать, как мало мы даем, как много мы получаем от них. И тогда у нас будет жгучее желание отдавать то, что мы получаем от вайшнавы другим, которые нуждаются в этом так же, как мы, может быть, даже и больше еще. Тогда наш долг перед вайшнавом будет становиться все больше и больше и больше. Это будет величайшей драгоценностью. Вот природа духовного мира. В материальном мире здесь долги – это величайшее горе. Но в духовном мире долг – это величайшая драгоценность. И поэтому наш способ вернуть то, что мы получили от великих душ, свободу от материальных желаний, вдохновления, воодушевления на путь преданного служения, силы идти по этому пути, видение также, что нам дает духовный учитель. Да, можно задать этим вопросом, а что он нам дал, духовный учитель? Что дал, говорится в этом баджане, чаку дан диладжи, джанми прабусы. Он дал нам видение, дал глаза, которые могут видеть кого? Кришну и духовный мир. Это он нам дал. Это глаза являются основой для всего остального в нашей жизни. Если не будет этих глаз, мы не можем видеть этот путь, мы не сможем вдохновлять этой целью. У нас не будет ни веры, ни знания, ни понимания, ничего в духовной жизни. Мы останемся в материальном. Это то, что нам дает духовный учитель. И поэтому, если мы чувствуем благодарность по отношению к нему, будем стараться давать такое же духовное видение тем, кто его по-прежнему не имеет. Как Прабхупада говорит в комментарии в конце, мы должны состраданием относиться к обычным людям, которые мучаются из-за того, что забыли Кришну. Это означает, что они мучаются по всем другим поводам. Не потому что я забыл Кришну, я мучаюсь. Они мучаются, страдают, потому что забыли Кришну. Это корень всех страданий. Вообще, если определять страдания каким-то образом, что такое страдание, что такое счастье, то вайшнава определяет это самым правильным образом. Счастье – это мера близости к Кришне, а страдание – это мера удаленности от Него. Вот вам определение. Чем ближе мы к Кришне, тем меньше, больше мы счастливы, тем меньше мы страдаем. И поэтому общение с равными, со старшими, общение с младшими очень важно. И как бы нам об этом напоминать как бы не нужно. Но есть еще одна важная категория, которая иногда упускается из нашего внимания – это общение с равными. И кто такие равные? Равные – это те люди, которые кто? Такие равные. С младшими все понятно, со старшими тоже все понятно. Мы такие равные. А равные это те, которые учат нас правильно служить старшим и правильно благоволить к младшим. И те, кто делает все это так, что мы можем воспроизвести это в нашей жизни очень легко. Как в свое время я вспоминал, несколько раз пример такой. Люди моего поколения и постарше знают передачи, которая шла по телевизору в свое время. Делай с нами, делай, как мы делали лучше нас в свое время. Давным-давно это была спортивная передача. Там были команды, они соревновались друг с другом. Команды. И побеждала команда, не отдельный человек. И точно так же в духовной жизни равны это те люди, которые, те вайшнавы, которые идут по этому духовному пути рядом с нами, может быть, на шаг впереди нас, и которые своим успехом в преданном служении воодушевляют нас делать точно так же. Как эта дружба существует между мальчиками и пастушками в духовном мире, сакья. Вишрама сакья означает абсолютно свободная, равная дружба, где нет даже соображений даже. Это мое тело или твое, например, можно поставить ногу на колено, например, кому-то, сесть кому-то на плечи, засунуть кому-то в рот цветок, например, или кого-то стащить с тарелки просад. Потому что, ну это же одна тарелка, что у меня, что у тебя, одна и та же. Это все наше. Общие радости, общие горе, общие игры, общие страхи, опасности. Они все делают вместе, мальчики и пастушки. Никогда не разлучаются. И даже с Кришной ходят вместе, веселые гуры были. Кришна посередине, один мальчик впереди, другой сзади, двое по бокам, двое по сторонам, вот так по диагонали, восемь окружает их. Один несет одним зонтик, другой очищает путь перед ним. И такой гурьбой они ходят все вместе. Сакья. Очень близкая дружба. И когда они идут с Кришной вместе в лес Вриндавана, и Кришна выбегает вперед, чтобы благословить лес Вриндавана. Потому что лес Вриндавана приготовляется, каждый день наряжается самым пышным образом. С каждым днем лес Вриндавана усиливает, увеличивает свою красоту. Он разукрашивает свои ветки разными цветами, разных цветов каждый раз, разных оттенков. Птицы рассаживаются по местам, они похожи на нарисованных холстей, ждут Кришну, когда он придет. Звери выходят из леса, тоже смотрят очень в
напряженно вкладываюсь ждать, когда же Кришна появится. По правилам игры они не могут бежать к нему навстречу, они должны ждать. Хотя хотели бы, но представьте, если бы все не бежали в лес, во Вриндаву, все эти, все это зверье. Тлани все, они ждут. Правила игры такие, почему так вот нужно. Есть правила, как, например, в футболе, все должны опинать один мяч. Если бы все было по мячу, и можно было пинать его как угодно, и головой, и руками, и ногами, не было никакой игры. Поэтому все ждут, когда Кришна придет. И Кришна, видя этот лес Вриндавана, который напрягся в ожидании, который ждет, когда же Кришна придет. Яди дурай гадах Кришна вана шубекшина, там Кришна хочет благословить лес Вриндавана. Он хочет поскорее прийти к нему, чтобы принять это подношение, принять этот дар Вриндавана, его преданное служение, лес Вриндавана. Кришна иногда берет подношение раньше, чем ему предложили даже. Если преданный очень любит Кришну, знаете, как вор. Вор — это человек, который умеет находить вещи раньше, чем их потеряли. А Кришна — это такой бог, который принимает подношение раньше, чем его предложили. Что, в принципе, синонимично. Слово вор или хари — это одно из его имен. Он же берет масло раньше, чем его предложили ему. Он же знает, что для него. Он все это берет сразу. Вот, и Кришна ускоряет шаг, и потом он уже срывается на бег, и бежит со всех ног лес Вриндавана, чтобы поскорее дать ему возможность предложить все то, что он приготовил. И мальчики-пастушки, которые только что окружали его этой гурьбой, один впереди, другой сзади, двое по сторонам, по диагонали, кто-то зонтик, кто-то дорогу очищает, и вдруг они раз, и Кришны нет. И он сорвался и бежит впереди, и только вот эта дорожка пыльная, освещенная его сиянием, синим сиянием впереди. И что делают мальчики-пастушки? Они же все вместе делают, да? Они могут сказать: ну иди ты, Кришна, сам. А мы пойдем спокойно, размеренной походкой. Или как Господь Чайтанья, когда он шел в Пури, тоже сорвался на бег, чтобы увидеть Господа Кришну поскорее. Джагнатху в храме Вриндавана, преданные, которые шли с ним, тоже побежали за ним, но они не смогли его догнать. Они за всех сил бежали, чтобы побыстрее побежать в храм Джагнатхи, так же, как Господь Чайтанья. Вот, и преданные бегут за ним гурьбой, и в Бхагаватам описывается дух дружбы между ними, какой он. Они говорят: эти дурега так, Кришна, Макс, Манус, Бекшина, и там, когда Кришна выбегает в лес впереди, выбегает вперед, чтобы прибежать в лес Вриндавана, и Манус, Бекшина, и там, чтобы Субекшина, чтобы одарить лес Вриндавана своим благосклонным взглядом. Как Кришна принимает подношение Вриндавана? Он не срывает цветы, он там не ловит птиц, он смотрит на них просто с большой радостью. И одного взгляда достаточно, чтобы они были счастливы. Он просто смотрит на них. Кришна принимает обычным взглядом свои все подношения. Также происходит в Двараке, когда он возвращается после долгой разлуки. Все жители Двараки бегут навстречу Кришне с дарами, которые они готовили для него, долго держали для этой встречи с ним. И говорит, что Кришна окружен всеми этими преданными, чтобы даровать им всем одновременно радость. Он смотрит на них, на всех. Кто-то приветствует, кого-то машет рукой, кого-то склоняется, кого-то обнимает, кого-то локтем, наверное, в бок, как с Арджуной, у них такие отношения. По-разному, на всех смотрят, все получают. Все. Кришна меня заметил. Вот и Агампурвам, да. И мальчики-пастушки, они вырываются вперед, бегут за ним со всех ног. И они кричат: Агампурвам, Агампурвам, идти сон с прищерой мира. Я первым коснусь Кришны. Нет, я первым коснусь Кришны. Это кажется обычным состязанием между обычными мальчишками. Но Ачарья объясняет, что когда они говорят таким образом, у них нет духа соперничества. Они хотят, что они хотят сделать? Хотят, вырываясь вперед на несколько шагов перед другими мальчиками, пастушками, а там нет никаких пределов скорости в духовном мире. Они могут бежать с какой угодно скоростью, с любой. И они бегут с этой скоростью туда, к Кришне, и каждый из них кричит: я первым коснусь Кришны. Нет, я первым коснусь Кришны. Делают они для того, чтобы вдохновить других бежать еще быстрее. В этом их успех. Они не довольствуются тем, что они первые. Они хотят, чтобы другие были еще первее, чем они. Вот это для них радость. Потому что в материальном мире тоже мы говорим: Ахампурвам, Ахампурвам, я первый, нет, я первый. Но есть кое-что, есть некий довесок, который делает такие отношения материальными. Это материальные отношения описывают теми же самыми словами. В 8-й песне Шримад-Бхагаватам, когда демоны сражались за нектар. Когда Махинимурти пришла с этим горшком нектара, и когда демоны бросились к этому горшку нектара, и там описывается, что они кричали. Они говорят: Ахампурвам, Ахампурвам, я первый, нет, я первый. Точно так же, как у мальчика, пастушка. В чем разница? Но старались в следующей строчке: над вам, не ты и не ты, я. В этом разница. Это разрушительное чувство превосходства над другими, желание добиться превосходства, которое черпается в той же самой паре анартх, гордости и зависти. Вот оно разрушает все, все портит.
Шилпада говорит, дает очень простой рецепт. Если хотите понять, где вы находитесь, где вы живете, в духовном мире или материальном, поэтому качество по этому критерию можно легко определить. Есть ли в нашем сердце зависть или нет? Прабхупада так говорит. Загляните в себе сердце. Если кому-то завидуете, вы в материальном мире. Если не завидуете никому, вы в духовном мире. Где бы вы ни находились при этом? В Екатеринбурге, в Москве, в Вриндаване, неважно. Зависть есть в материальном, нет зависти в духовном. Очень просто. Потому что без зависти невозможно избавиться от зависти, не оказавшись в духовном мире. И невозможно оказаться в духовном мире, не избавившись от зависти. Так вот, эта дружба в духовном, в наших конкретных условиях, в отношениях с преданными, очень важна. И она строится на смирении. Как Шри Ниранджана Махарадж объяснял, естественно, следствием этих двух качеств, зависти и гордости, проявляется то, что как-то зависть, можно еще прятать ее, общаясь со старшими, но можно как-то, скрипя сердце, служить им, признавать им, кланяться им, даже на лекции приходить, там, или что-то еще делать. Или можно как-то спрятать эту гордость, общаясь с равными, ну, с младшими, прошу прощения, как-то им, так, устиво с ними общаться, называть их на «вы» и так далее, и как-то им пытаться помогать. Но невозможно спрятать эти два чувства, когда мы общаемся с равными. Потому что эти два чувства приводят к следующим результатам. Если мы завидуем, то мы будем всячески принижать значение других преданных, вести себя так перед ними, чтобы, не дай Бог, они не сочли нас равными, или себя равными нам. Поэтому будем, как Прабхупада говорит, кичиться своими достижениями перед ними. Встречаемся, начинаем говорить о том, какие мы замечательные. А гордость приводит к тому, что мы даже в принципе равных не замечаем. Их нет. Кто здесь равный? Да никого нет равного, такого, как мы. Эти качества проявляются обычно в сфере нашего, как это называется, компетенции. То есть, например, повар завидует повару или гордится перед другими поварами, водитель водителю, проповедник проповеднику и так далее, в этой сфере компетенции своей. Тем или иначе, так или иначе, эти разрушительные чувства, мы должны избавиться от них. И чтобы избавиться от них, необходимо общаться с равными с положением Харе Кришна. Это батарейка. Таймер, да? Таймер подожди. Батарейка. Общаться с равными из положения смирения. Это означает, что мы видим, как равные превосходят нас в чем-то. И мы подходим к этим равным, и мы говорим: дорогой Прабху или дорогая Матаджи, вы лучше поете, чем я. Вы так замечательно проповедуете, вы так замечательно служите божествам, вы так замечательно служите вайшнаву, вы так хорошо мантру повторяете, вы так хорошо киртану ведете. Пожалуйста, научите меня делать так же, как вы. И мы подходим к ним, и они научат нас. И что происходит в этот момент, когда мы приходим к этим преданным в таком настроении, они смущаются. И говорят: да я никакой вообще никогда не, я никакой не проповедник. Вот тот или вот та. Но я, конечно же, научу. И у нас появляются друзья сознания Кришны, потому что они чувствуют искренность с нашей стороны. И они хотят поделиться с нами тем, что есть у них. И вот это равные отношения, как читание Чандра Чарампрабху, мы с ним недавно общались, была возможность, удача общаться с ним в Казахстане. И мы обсуждали в такой неформальной атмосфере эту дружбу. Завел разговор на эту тему, очень интересная тема. И он, как всегда, у него есть такой необычный, очень глубокий взгляд на вещи, неожиданный. И он сказал очень интересную вещь, которую я запомнил, и с тех пор тоже повторяю. Это то, что дружба, она заключается в том, что преданные, с одной стороны, конечно же, они как-то прогрессируют таким понятным для нас способом. Мы можем делать так же, как они. Мы можем вставать на полчаса раньше, как вот мой, там, например, товарищ Паша. Я вижу, как он это делает, и я прошу: разбуди меня, пожалуйста, и он будет с удовольствием. Я вижу, как вайшнав вдохновляется чтением Бхагавата, как он любит декламировать Бхагавата, как он знает его практически наизусть. И я прошу его: не мог бы ты напоминать мне, что нужно Бхагаватам читать, не мог бы ты проверять меня, не мог бы я давать тебе отчет о том, как я Бхагаватам читаю. И ты будешь спрашивать меня: можешь? Конечно, могу. И мы действуем таким воспроизводимым образом, мы можем так же, как он, прогрессировать. И у нас получается, нас очень вдохновляет результат. Но читание Чандра Чарампрабху добавило очень интересный компонент сюда, формулы дружбы, заключающийся в том, что оба друга, связанные этими отношениями, недовольствуются разрывом. Если есть разрыв в уровнях, не тот, кто выше, не тот, кто ниже, то впереди, не тот, кто сзади, не рады этому. Они хотят подтягивать нас, те, кто выходит впереди, а мы хотим подтягиваться за ними. И они ждут. Не то, что они стоят и ждут, когда мы подтянемся, но они готовы делать все, чтобы помочь нам идти рядом с ними. Для них наш духовный успех так же важен, как их собственный. Вот это друзья. И мы должны иметь таких друзей. Друзей, к которым мы могли прийти и открыть свое сердце, не ожидая, что мы встретимся с какой-то завистью, злорадством, если у нас какая-то проблема есть. Не ожидая, что они встретимся, что мы встретимся с гордостью с их стороны, они будут как-то кичиться перед нами своими достижениями.
что для них мы будем так же дороги с нашим духовным прогрессом, как их собственный духовный прогресс важен для них. Вот это друзья. И у каждого из нас, должны быть такие преданные. И как мы сказали сегодня, критерием нашего по-настоящему зрелого состояния, зрелости в духовной жизни является то, что мы сознательно ищем таких преданных вокруг нас. Есть очень простой рецепт, как найти друзей в сознании Кришны. Это быть другом самим. Это означает, что относиться заведомо дружелюбно ко всем преданным, быть готовым помогать им, быть готовым сострадать им, быть готовым служить им. А кто откликнется в нашу дружбу, уже не от нас зависит. Но это обязательно откликнется. У нас появятся такие близкие друзья. И эти отношения очень сладкие. Они очень привлекательны. Настолько, что все остальные тоже захотят иметь такие же отношения. Они будут приходить и спрашивать, научи нас дружить. С другими преданными, скажем. Дружить нужно вот так. Быть другом по отношению к другим, и тогда кто-то обязательно откликнется. Вот это очень важный принцип взаимоотношений духовной жизни, который строится на служении. И вот это служение является тем противоядием, как антидотом или противоядием против зависти и гордости. Если мы относимся к вайшнавам заведомо смиренным положением и служим, и старшим, и младшим, и равным. Даже общение с младшим является служением по отношению к ним. Еще одно важное условие, о котором Ниранджана Махарадж говорил, о том, что даже прежде чем начать делить вайшнавов на старших, младших и равных, должно быть одно условие соблюдено, без которого мы не можем правильно делить. И любое разделение, без которого будет однозначно неправильным, разрушительным и губительным для нас. Это качество уважения. Означает, что мы должны уважительно относиться ко всем, даже самым начинающим преданным. Как Господь Чайтанья говорит в Чайтанья Чаритамрите, когда к нему приходят вайшнавы с кулинограммой, они говорят, вот ты нам дал наставление, Господь Чайтанья, служить вайшнавам, повторять святые имена. А кто вайшнав? Как вайшнав определить? И Господь Чайтанья задавали вопрос 3 раза ему. И каждый раз Господь Чайтанья давал разный ответ. Однажды он сказал, что это великий вайшнав, который одним своим видом вдохновляет преданных на повторение своих имен, людей всех. В другой раз он сказал, что это человек, который садну соблюдает очень строго, повторяет святые имена как садну, как практику. И третий раз он сказал, что это вайшнав, человек, который хотя бы раз произнес святое имя Господа Кришны. И скажите теперь мне, пожалуйста, в каком последовательности он сказал эти 2 вещи? Очень важная последовательность. В какой последовательности? Первый. Первый это кто был? Кришна сказал. Который сам великий вайшнав, который один раз. Да, совершенно правильный ответ. Самый первый ответ, который он дал, это каждый, кто хотя бы раз произнес имя Кришны, является вайшнавом, нужно относиться к нему с уважением. Из этих, на 2-й год он сказал, те, кто занимается практикой преданного служения под руководством, и которые повторяются именно Господом как практика, как садана, они вайшнавы. А из тех, кто так занимается практикой, те, кто достигли в этом совершенства, являются также вайшнавами. Но Господь Чайтанья подчеркнул, что относиться к уважению нужно ко всем, кто хотя бы как-то соприкоснулся с Кришной, проявил хотя бы какую-то веру по отношению к Нему. И ко всем ему нужно относиться с огромным уважением. Это не, как сказать, слово проскочило с головы, необходимое условие, которое всегда надо делать. Только в этом случае мы можем, опираясь на это уважение ко всем вайшнавам, младшим, старшим, равным, делить их, младших, старших, равных, дружить с одними, благоволить другим и поклоняться третьим. И тогда наша практика преданного служения будет свободна от всех страданий материального мира. Почему? Потому что мы избавимся от зависти. А избавившись от зависти, где мы находимся, где мы живем, как говорил Шрила Прабхупада, мы живем в духовном мире. И вот эти санги вайшнавов, у всех у нас есть свои обязанности, свои работы, дела, круг общения. Но санга вайшнавов вот здесь, когда мы собираемся вокруг темы, связанных с Кришной, служит для того, чтобы научить всех нас общаться на эти темы, связанные с Кришной друг с другом. По-разному, но достигает одного и того же результата. И тогда такая атмосфера будет по-настоящему атмосферой Вайкунхи. Ахам пурвам, ахам пурвам. Здесь будет звучать. Я первый, нет, я первый. Но над вам, не ты, не ты, будет оставаться за стенами этого здания, там, на улице. Здесь будет Вайкунха, атмосфера Вайкунхи, которая привлекает каждого. И каждый попадающийся будет желать иметь такие же отношения с вайшнавами, построенными вокруг Кришны. Вот это несколько слов на тему сегодняшнего стиха. Уже без 2:09, похоже, нам нужно закончить на этом. Но если есть один вопрос короткий, на который мы с Амалой Говиндой сможем ответить, то, наверное, на этот раз время еще осталось. Маленькое дополнение, а потом еще говорили, что все живы. Я с точки зрения, как бы вот, кто вайшнав, да, а потом еще, ну, есть где-то, сказано о том, что все живые существа преданы, только они об этом просто кто-то знает,
кто-то проявился, да, кто-то не знает. Поэтому уважение нужно не только к вашему. Безусловно, да. Спасибо большое. Ну, вообще, не то, что ко всем живым существам. Большое спасибо. Очень важное дополнение. И более того, Господь Читания говорит в Шикшаштике, что не научившись уважать все живые существа, мы не сможем повторять это имя Господа. Означает, что Господь не захочет раскрываться в форме святого имени нам, мы не сможем повторять его постоянно. Поэтому спасибо вам за ваше дополнение. Вот. И это, давайте подытожим, уважение – это основа для правильных вайшнавских взаимоотношений, которые могут проявляться по-разному, к старшим, к равным и к младшим, дружбой, состраданием, служением. И благодаря таким правильным взаимоотношениям, Шрила Прабхупада говорит, мы можем избавиться от всех страданий материального мира, потому что перестаем в нем жить. Очень просто. Хари Кришна. Вопросов нет? Не то, что они должны быть. Хари Кришна. Тогда до встречи сегодня вечером. Я опять забыл взять с собой салфеточки. Завтрак есть салфетки сейчас. Не знаю, это форма этих печенек, это связано с темой нашего обсуждения. Так естественно получается. Чем попады кинза, благо там гранта ради кинза. Сегодня тема сегодняшнего вечернего обсуждения будет слушание Шримад Бхагаватам.